2015 год стал самым теплым за весь период инструментальных наблюдений. Соответственно, в Татарстане мы тоже подобные исследования в рамках УГМС Республики Татарстан проводим. И по нашим данным, после проведенного анализа, 2015 год на территории республики в среднем оказался четвертым, самым теплым в череде теплых лет. Значит, тоже достаточно высокий показатель, но вступил он только 95-му, 2008-му и 2013-му году по средней годовой температуре. Соответственно, осадков в 2015 году в целом в республике выпало около нормы, то есть отклонения от нормы не превышали порядка 20% плюс-минус по республике, поэтому можно сказать, что по осадкам все было в норме. Также, естественно, мы отслеживаем и тенденции в поведении климатических показателей, что немаловажно, и тренды, которые мы строим и анализируем, что показывают, что потепление продолжается на территории Республики Татарстан. По последним оценкам, по 2015 год, скорость роста температуры составляет по нашей республике порядка 0,72 градусов Цельсия за 10 лет. То есть за период вот с 1976 по текущий момент, по 2015 год, это достаточно много. То есть если вы посчитаете, то увидите, что температура достаточно высокими темпами в среднем растет.